В чем разница между самооправданием и самообъяснением своих действий или бездействий? Никакой разницы нету. Вот. Мы вообще любим о себе врать, любим потворствовать своим вот этим внутренним демонам. Вот. Поэтому, конечно, мы и объяснение, и оправдание — это все, что называется, одного поля ягоды. Вот. Здесь вопрос, что вы хотите? Каков ваш план на будущее? Есть ли у вас ощущение этого будущего, видение этого будущего? До тех пор, пока вы не сформируете то, что вы хотите, вы будете внутри своей головы между 3,5 сосен накручивать такие круги, что будет ощущение, что там, понимаете, просто дом советов, а там просто оправдание из-за отсутствия красивого, понятного, ожидаемого, желанного образа будущего.